три главные книги. А теперь мы совсем не читаем книг. И направляя стопы свои к выходу, каждый раз убирались в тупик. И тот, кто шел впереди, был как порошок. У многих людей изможденные лица, спит у многих крови. Но каждый пытается прыгать, чтоб стать чуть выше своей головы, забыв о том, что он транзитный клиент психбольницы, и что лежит его путь в шелестящий дол. А все от того, что Павлик Морозов жив. А все от того, что Павлик Морозов жив.